кардинально поменяется принцип формирования аудитории на точках. Никогда не нужно преувеличивать какие-то белоленточные настроения. Совершенно ошибочно говорить, что вот это общее недовольство. В конструктивном диалоге речь идет всегда, но его нельзя вести с пустотой. И не нужно думать, что умными являются только те, кто смог заработать денег и кто при этом эти деньги вложил за границей. Чиновникам лучше быть патриотичными и все-таки стоять двумя ногами в своей стране. Я никогда в жизни не работал в бизнесе. Я не умею зарабатывать деньги. Мы уже совсем ушли от прямой линии. Первые годы в колл-центре девчонки-телефонистки падали в обморок. Главное не продолжительность, а главное содержание.